Друзья, всем привет! Сегодня у нас новая, простая и полезная самоделка. Как для гаража, так и для мастерской. И вообще нужная штука для ваших сверл. Думаю, у многих после ремонта оставался подобный кусок ламината. Он-то и пойдет в дело. Его разметим, распилим. Вообще, посмотрите, что я задумал на этот раз, и оставьте комментарий после просмотра. Хочу знать ваше мнение. Желаю приятного просмотра.
Как вы, наверное, уже поняли, у меня получился отличный съемный держатель для сверл. Я сделал таких размеров, а именно на 48 сверл, так как он не громоздкий и его удобно переносить. С появлением новых сверл я просто сделаю еще такой же. Очень удобно, висит на стене, не мешает. А если есть необходимость перемещать сверла по мастерской или за ее пределами, то вместо того, чтобы набирать по одному сверлышку, просто взяли все, понесли куда надо и продолжили работу. А как вы считаете, удобная получилась штука? Оставьте в комментариях свое мнение. На этом на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр, желаю вам хорошего настроения, пока-пока!